Итак, ребята, очень важный момент. 3 декабря, мое день рождения. Вчера звонил начальник, говорит, приеду к тебе посмотреть. Я говорю, приедешь, захвати пирожки. Начальник приехал, привез. Смотрю, несет кулечек. Я говорю, я пошутил, да ладно, нет. Так, круассаны, штуки 3 или 4. И вот это еще матата какая-то. Но это надо будет попробовать. А разломаем. Ой, мягкая. Сыром пахнет, сыром. А, ну 3 круассана и 3 с сыром. Вот. Нагрел я начальника. Ну и то, пайка за счет работодателя. Командировочные 6 рублей в день, зарплатка не скажу сколько. Ну и трактор, в общем-то, не такой уж и старый, нормальный. Если бы колесо, этот редуктор, этот манжета не потекла, то вообще было бы прелесть. Ладно, кончаем уже скоро. Завтра пятница, наверное, последний день. Может, только в субботу, если попросят.